что конкретно мы здесь ищем? Судя по карте, вокруг вулкана много построек. Наблюдательные пункты, сторожевые базы. Прямо так? Слушай, за Эвери охотились все, кому не лень. Если он тут прятался, он не мог не выставить дозор. И одна из башен прямо на вулкане. Думаешь, там сокровище? Хочется верить. Сидите здесь, пойду гляну. Так что, Виктор, ты все еще много путешествуешь? Стараюсь. Выбираю дела, которые отрывают меня от компьютера. Я тут говорил Нейту. Поразительно, что наш бизнес переехал в интернет. Наверняка сейчас есть куча способов сбросить горячий груз. Да, но я люблю говорить с клиентами лично. Так надежнее. Это сложно сделать в классе, общаясь с мастером антикваром 37. Да, понимаю. Здесь смотреть не на что. Ну? А, ничего стоящего. Давай, поехали. Шансы попасть под извержение. С нашей удачей. Нулевые. Он потух. Поверь, я первым делом прочитал все про состояние вулкана. И где взять на прокат дешевый внедорожник? Салей, не могу поверить, ты искал? В интернете? Но не все же одному тебе быть всезнайкой. Как-то ненадежно. Вот это вариант. Юная ласточка. Давай, 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 давай! Залез! Только бы не свалиться. Помедленнее. Держись посередине. Да, я понял. Советчик убил. Нормально. Все в порядке. Вперед и вверх. Так, подложи что-то. Черт! Да, кажется, я разобрался. Вот так. Ха-ха! Господи, моя спина! Я на разведку. А, какая погода. Ну, влажность высокая. В Панаме похуже. Ну да, все относительно.
Глядите, следы шин. Кто-то здесь был. Настаивал на внедорожнике с лебедкой. Значит, ты потратился на лебедку, а на подвеску денег пожалел? Эй, это важно. Ну, а вдруг дождь пойдет? Дорогу размоет. Я вот зуб даю, что эта лебедка нам ни разу не пригодится. Хорошо. Да, может, Эври помог ему исчезнуть? Он уж точно умел прятать ценности. Пошли заглянем в башню. Я с тобой. Но у меня планы на лебедку. Башня древняя, но сохранилась неплохо. Да, ее точно построили во времена Эвери. Вот так, в самый раз. Сэм, смотри. Это знак Кристофера Кондента, капитана огненного дракона. Его логово было на Мадагаскаре. Так может, Эвери нанимал пиратов? Но зачем? Чтобы они сторожили? Бред какой-то. Да, точно. Может, каждый капитан отвечал за одну башню и отправлял туда своих людей. В любом случае, это не последняя остановка в нашем турне. Готовы? Попробуй. Поехали. Спокойно. Спокойно. Видишь, Салли, лебедка-то пригодилась. Ну, проехали один холм. Пока она себя не купила. Ну, пока нет. Хоть маленький, но успех. Я буду радоваться большим. Полюбуйтесь, Джен. О, потрясающе. Только представьте, вы, богатые, преуспевающие пираты, бежали сюда, подальше от угнетения. А бедные угнетенные пираты хотели просто спокойно грабить в свое удовольствие. Нет, 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 они мечтали стать свободными. Ну, если искать место, чтобы укрыться от общества, то совсем неплохо.
100 лет едем к этому вулкану. Терпение, Виктор, терпение. Ты знаешь, как сюда прибыли пираты? Сначала из Англии в Бразилию, а потом обратно через Атлантику в Южную Африку. И ориентироваться им приходилось только по бумажным картам и по звездам. Знаешь что, не учи кальмара плавать. Суть-то в том, что мы легко отделались. Да? Все равно, это очень долго. Вижу их. Дай-ка. Что там у нас? Ну что, военные шастают. Людин один? Ну да. Твою же ж мать. Похоже, нашли развалины колоний. Но не те, что нам нужны. И это хорошая новость. А какая тогда плохая? Они перекрыли нам единственный путь к вулкану. Ну, значит, будем брать врасплох. Что скажешь, Нейт? Сейчас разберемся. Уже совсем управились. Все готово. Ждем сигнал от Надин и взрывай. Ладно, похоже, тут пусто. Закончить бы уже и идти дальше. Сколько нам тут дежурить? До новых приказов. А что на других участках? Пока нет. Может, сообщите, что мы готовы? Сейчас был просто занять позицию. Пустая трата времени. Учили бы дело мне, я бы вдвое быстрее управил. В прошлый раз, когда ты был главным, мы чуть не взорвали целую улицу. Не надо нам такого счастья. Вдвое быстрее. Я поставлю. Ну, парни, день обещает быть долгим и жарким, но дела не ждут. Если встретите Дрейка, спрашивайте, вы знаете, что делать. Получит у нас. Своими руками. Yeah.
сосредоточиться. Куда он спрятался? Куда ты делся? Погоди. Черт! Что это было? Ха. Ничего. Ладно, они нас не видят. Еще чуть-чуть. Вроде все. Зараза. Рейф и Надин пригнали сюда целый табун народу. Несложно отыскать сокровища с такой-то толпой. Yeah.
господи, инфраструктура у этих кораблей ни к черту. И как выбираться? Остатки моста могут рухнуть в любой момент. Лебедка, Салли. Полезная штука, да? Я был не против лебедки, а против вымогательства. Идите здесь. Найди что-нибудь хорошее. Хорошо, ты знаешь, Нади. А что? Я подумал, может, позвонишь ей и попросишь отозвать своих громил? Ну да как. А если мы предложим ей больше, чем Рэй? Нет, она так не работает. Она из тех наемников, кто берет деньги вперед. Смотри, наемники. Да, они пригнали серьезные силы. И очень близко подобрались к вулкану. И я об этом думаю. А что, если они уже нашли сокровища? Ну смотри, они тут все обнюхивают. Если бы нашли, то уже бы не искали. Да, да, ты прав. Эй, Сэм, хочу тебя спросить, чем ты занимался в тюрьме? Знаешь, в основном читал. Один охранник, похоже, решил меня исправить. Таскал мне книги из библиотеки. И что читал? Историю в основном. Особенно то, что связано с Севери и другими пиратами. На всякий случай. Ну да. Ну, знаешь, я читал, отжимался, курил, старался не лезть в разборки между бандами. И еще много думал. Может, в этой старой развалине посмотреть? Извини, я слушаю. А, ну да. В общем, это все. Сэм, если охранник тебе помогал, почему ты не связался с нами? Я пытался просить его отправить тебе письмо до востребования. Я его не получил. Потому что начальник засёк. Да, я круто спалился. И того охранника уже больше не видел. Господи. Но отомстил, когда начальник решил посадить меня с Эль-Касаром. Все вышло не так, как он ожидал. Кстати, вспомнил. Много лет назад я тоже имел дело с Акасом. Раньше, чем я встретил вас. О, правда? И ты еще жив? Ну, тогда он был не тем, что сейчас. Тогда он еще не сделал карьеру в мафии. Я продал его боссу несколько японских гравюр. Ему нравились сёгуны и все такое прочее. Акасар был посредником. И какой? Тихий, но напряженный. Слава.
Словно может взорваться. Видать, наемники что-то нашли. Не спеша. Ладно. Салей, о чем ты говорил? Да, ну вот. Тихий, но напряженный. Словно может взорваться в любую секунду. Ну, значит, он не изменился. Я забрал деньги и свалил к чертям. Короче, пират заходит в бар. Ну, начинается. И у него из мотни торчит штурвал. Так. Бармен ему говорит. Эй, штурм, тут солдаты. Они нас видят! Вали! Тебе хана!
говорил? А, точно. Барман ему говорит. Эй, штурман, разворот. А пират ему в ответ. Разворот, яйцеворот. Мне нравится. Я тебя сейчас высажу. Смотрите-ка. Что это? Обалдеть. Отсюда, наверное, видно весь Кингс-Бэй. Да, смотри, вон город. Там речная долина. Салли, как дела? Ну, живой пока. Спасибо за то, что ты с нами. И особенно за переговоры с парнем из проката. Без проблем. Не буду врать, мне и самому очень нравится. Мне тоже. О, ты смотри. Вот это вид. Я все жду, что сейчас проснусь в какой-нибудь одиночной камере. Это все похоже на сон. Сэм. Нет, нет, ерунда. Давай сокровища искать. Ну да. Холмом еще одна башня. Наемников видишь? Сложно сказать. Ну, похоже, мы все-таки первые. Осмотрим все и идем дальше. Подъемный мост средневековый. Такой мост не пускает к тебе незваных гостей. И защищает сокровища. Ступени обвалились. До рычага никак не добраться. Поищу, на что можно встать.
Люди на один здесь уже были. Кто нашел, тот взял. Эй, будь осторожен. Парни, за мостом стоит огромная башня. Высоченная. Так, я наверху. Осторожно. Есть. Сэм, срочно это вполне! Живой? Да. Справишься? Ну, до скорого. Я подгоню машину. Ну да, отдыхайте. Я справлюсь. Ой, ну ладно тебе. Ручка там одна.